Дорогие братья и сестры, дорогие друзья Медзюгорья, мы готовимся к акту посвящения России и Украины непорочному сердцу Пречистой Девы Марии. Этот акт очень важен. Он приближает нас к победе непорочного сердца Девы Марии, к молитве и помощи. Дева Мария призывала всех нас еще в 1917 году во время явления в Фатиме, а теперь в Меджугорье уже более 40 лет. Дева Мария напоминает нам, что мы, ее дети, можем помочь ей ускорить этот процесс приготовления и приблизить победу непорочного сердца Девы Марии. Что значит победа непорочного сердца Девы Марии в мире? Она значит окончание эры господства злого духа, который последние 100 лет особо уничтожал цивилизацию любви и жизни, уничтожал веру в сердцах людей. И потому у Девы Марии есть задание от Бога Отца растоптать голову древнего змея, который соблазняет и обманывает человечество. И потому наши молитвы, наш пост, наши отречения и прежде всего обращение наших сердец делают из нас помощников Девы Марии. И каждое твое личное обращение, любая молитва ускоряет процесс окончания войны и победу непорочного сердца в мире. Пусть Пречистая Дева Мария испрашивает для всех нас нужные благодати, особенно на эти дни перед посвящением России и Украины непорочному сердцу Девы Марии, который совершит Святейший Отец Папа Франциск в Ватикане, повторяя жест, который совершил Святой Папа Иоанн Павел II. Пусть Господь даст нам силу и укрепление в этот период, чтобы и каждый из нас мог чувствовать, что и мы являемся помощниками Пречистой Девы Марии в этой важной борьбе со злом. Пусть Господь хранит нас. Аминь.